Всем привет, я Костин Коваль, и это рубрика обзор аккаунта. Вот такой аккаунт, 700к, 10 уровень реакции со средним. 1056 рубинов, 182 фуз. Юза, как видим, дофига, и больше даже, чем дофига. 1500 анекдотов почти что. Легендарный Вестотега, легендарный Чеп, легендарный Мираж, легендарный Шерсопёра, легендарный Шерсопёра. Легендарный хирург, эпичная треуголка, легендарный спецназ, эпичная, ну это фигня, легендарный окуляр, легендарный ворон, офигеть легенд. Легендарный скандинав, это фигня, это показывал, легендарный лик, легендарный всем огня, легендарный образ, легендарный пиромант, легендарный комиссар. Это понятно, это тоже понятно, тут легенда. Легендарный Стэтсон. Легендарный головный облик, легендарный шиматского гонщика, ну эти, понятно, всё. Ну и погубные шапки. Кинтонтисты, ну и защиты, да. Эпичный клинок, легендарный ванч топор, эпичная фигня, легендарный дедов щит, эпичный окорок, легендарный молот, легендарный пустой аптекаря. Легендарный веер. Ну, понятно, легенда, легендарная же лампа, легендарный лечебный полоситель, легендарный зубастый меч, легендарный меч демона. Ну, по разу все понятно, я думаю, пишет, скорее всего, тут нету. Так, честно, все будет выглядеть или нет, интересно. Я буду чисто, понятно, так. Ну, вот такой облик на бусера есть, остальные облики я не вижу, потому что нахожу не с этого аккаунта, а с другого. Достижение 10 тысяч, вот. Все есть, Адам Касталис, цинковая пушка, Пусмаган. Ну, это, я думаю, ему не нужно, потому что у него так все легенды. Смысл ему от этого. Ну, вот, как-то так. Этот аккаунт я вот дал Никите Логинову, вот я его продажу там. Это бывший мой аккаунт. Ну вот, это так. Всем удачи, всем пока.